Сегодня в 9 часов утра открылось предварительное голосование, которое завершится 16 октября в 18 часов. Правда, голосовать обычным способом, бросив бюллетень в избирательную урну, можно будет в два этапа. За пределами своего участка можно отдать свой голос до 13 октября. А вот с 14 до 16 октября досрочное голосование проходит только по месту жительства. Избирательные участки будут открыты с 12 до 20 часов. Электронным путем можно отдать свой голос за избранника круглосуточно. В каждом из уездных центров открыт по меньшей мере один избирательный участок. В Таллине их 16, а в городе Тарту 6. Информация о том, где находятся участки, размещена на домашней странице Центр избиркома по адресу vvk.ee. Правда, вся она там представлена только на эстонском и английском языках. Уже сегодня началось предварительное голосование, которое продлится до 16 октября. В Таллине в этом году было введено новшество. Избирательные участки установлены в популярных торговых центрах, где находится много людей. Всего в столице насчитывается 16 пунктов, где можно предварительно проголосовать. В то же время в Тарту такая практика существует уже несколько лет. Электронный голос можно отдать круглосуточно, если вы умеете пользоваться ID-считывателем и услугой ID-мобиль. Только за первый час работы посредством электронной услуги на сайте valimiset.ee свой голос отдали более 2000 человек. Особенностью такого голосования является то, что свой выбор можно изменить, заново проголосовав в интернете либо в пункте предварительного голосования. Если же человек отдал голос на e-выборах, но 20 октября пришел на участок и проголосовал там снова, то будет зачтен только тот голос, который был отдан на избирательном участке. Впервые на этих выборах действует и приложение для голосования в телефонах с системой Android, с помощью которого избиратель может проверить, как поступил в комиссию подданный им голос. В день выборов 20 октября голосовать можно будет на избирательных участках только по месту жительства. В случае болезни или иной уважительной причины избиратель может проголосовать и у себя дома. Для этого необходимо заранее подать в избирательную комиссию письменную просьбу или заказать урну для голосования. Это можно сделать только 20 октября с 9 до 14 часов. Елена Соломина, Сергей Попредуха, Первый Балтийский канал.